спуск, который спускает. Дальше людей, если они не умеют ходить на своих двух-трех ногах, четырех лапах. Здесь когда-то меня уронила природа самоуверенности на этой древесине. Вот эта древесина такая классная. Я там лежал и вспоминал, как же я туда залез. Зачем? Но нужно идти дальше, ползти вперед. По скалам, красивым горам, чудесным камням и водопадом жизни и чудес. Привет!